Иванович, по поводу Игоря Ростиславовича Шафаревича в книге «Социализм как явление мировой истории». В конце книги он выводит силу, которая движила всеми обществами, которые старались построить вот эту вот утопию социалистическую, называет эту силу как инстинкт смерти. Как вы думаете, по Еншу, вот какой-нибудь S2 тип или S3 тип, который вот вы характеризуете как ну, свойственный тип там, ультралевым, да? Вот, может ли такие типы вот, порождать какую-то общую концепцию? Не то, что у каждого она рождает своя, а какая-то вот единая концепция, действительно, социалистическая утопия и так далее. Как-то они могут быть связаны? Теория нет, а вот теория политическое типа. Поведение как у толпы. То есть толпа состоит из людей с самыми разными ориентациями, и вдруг ее как-то заряжают, и она там несется и сметает все на своем пути. Это вот такие типы, революционные типы. У каждого, конечно, может быть и своя собственная теория, но ведь марксизм... Я в свое время марксизм изучал так, как сейчас, наверное, марксисты не изучают. Ну, просто заставляли. Вот. Да и мне было интересно, когда в институт поступил, нас заставляли конспектировать там все, и когда берешь из собрания сочинений книгу, там замасленные страницы именно те, которые заставляли конспектировать. Я читал целиком. Вот. Я, как вот я тоже в одной книге где-то там написал, что было словечко «просечь». Да? Вот я хотел просечь, что такое марксизм. Я поэтому практически весь период обучения физике я еще посвятил параллельно, я читал все, что там было у Маркса, Энгельса, Ленина и там разных других авторов, но в основном этих, потому что других-то и не показывали. И ну, могу сказать, что, во-первых, Маркс — это никакая не теория, это вот, ну, я не знаю, здесь есть кто-нибудь, кто «Капитал» читал, но это же, как я говорю теперь, что надо в наказание всем левакам заставить их каждому, чтобы прочел «Капитал» все 4 тома. Вот чтобы читали, пока не прочтут, и чтобы вот по каждой странице рассказывали, чего они там прочли. Но это никакая не теория, это вот взгляд абстрагировавшегося человека, который не приводит реальной экономической информации. У него взгляд и нечто, домыслы какие-то. Ну и дальше там, а кого еще там можно из этих левых психопатов представить? Да там теории как таковой нет. И каждый интерпретировал эту теорию так, как ему было интересно, ну, теорию в кавычках. Ну, даже там, если взять Плеханова, там, ну, наименее злобного, да? Ну там же марксизм совершенно другой. Это уже, там, в кавычках, опять же, русский марксизм. А вовсе не тот марксизм. Кто-то там, по-моему, сам Маркс сказал, что я тут почитал, чего там пишут о марксизме, так я не марксист. У Маркса было такое высказывание. Я не марксист, потому что то, что пишут о марксизме, это ко мне никакого отношения не имеет. То есть как теория, вот эта вся левота, она не сложилась. Она даже вот в отдельном персонаже не превращает интеллектуальные какие-то свои изыскания в теорию. И также в целом, то, что там, как еще тоже в период моего студенчества, ну, диалектический материализм это еще куда ни шло, там какие-то есть представления более-менее философские, которые, собственно, опирались и на немецкую классическую философию, да, как три источника, три составные части марксизма известны, да, то есть они опирались на реальные теории. Но получилось-то дальше, исторический материализм, да это просто вот чепуха. Просто чепуха. Вот. И это как бы студенты физики, это вот, почитав это, их относились к этому как к полной чепухе. Вот. Я думаю, что никакой не общей теории, просто эти люди не могут сложить научного, они могут сложить научное знание более-менее, там, где-нибудь в математике. Вот в каких-то абстракциях они могут быть достаточно успешны. Даже в музыке, может быть, они могут быть достаточно успешны. Но что касается социальных теорий, ну, они же не принимают реальность. Они только ее отвергают, отторгают. Христиане тоже отторгают реальность, но они знают, какая настоящая. Да? Они знают. И христианское учение им об этом говорит. Какая реальность должна быть настоящая. Да? А эти отвергают вообще любую реальность. Они выдумывают свою, не основываясь ни на чем. У них нет никакой веры. И это как бы заведомо и безбожно.
Вот поэтому они в науке тоже не могут сложить. Вот тоже приводит Йенш такого философа, я даже о нем ничего не знал. Вот доминирующий философ в период Веймарской Германии, даже там начиная с 20 века, Коэн. Ну, фамилия сама по себе говорит. Это был ведущий немецкий философ Коэн. От него не осталось ничего. Вот у него были эти фантазии о том, что философия никак не соотносится с реальностью. А если хоть сколько-нибудь соотносится, то это не философия. Валерий Мендаров, последний. Если это все-таки перевести, скажем так, на язык психологии, да, вот то, что вы говорите, может ли это, ну, во-первых, есть понятие, как бы, два вида невроза, да, психогенный, то есть это, собственно, отклонение психические, а есть еще невроз ноугенный, который у потери смысла в жизни, конкретного личного там, для человека. Ну, источником, как и тоже и Йенш пишет, что есть источник окружающая среда, а есть собственная внутренняя болезнь. То есть есть наведенная болезненность, есть источаемая самим человеком. Ну и вот если вот эту категорию как бы применить к его разрядке, да, вот этой, то есть это получается, что психогенная — это вот эта вот S-структура, да? А И-структура может прибыть ноги. Ну, там как раз невроза нет. Как раз все болезненные типы, они сосредоточены среди S-типа. Дело в том, что, ну хорошо, давайте более, скажем так, обрусим этот вопрос. То, что Иван Ильин писал, как раз будучи последним главой Российского психологического общества, есть душевно больные, а есть душевно страждущие. Вот этот вот ноогенный характер, ну, душевно страждущие. Душевно страждущие все. Да, все, кто не больные, все страждущие. Этот невроз характеризуется именно утратой смысла. Но это один из вариантов. Да. Один из вариантов. Некая внутренняя опустошенность, душевная опустошенность человека. Ну, болезненность, она же, это как бы продленная неудовлетворительное состояние, да? То есть я могу, если я два раза чихнул, это ничего. Если я чихаю весь день, то я, наверное, заболел. Это то же самое. То есть есть у каждого человека есть какой-то упадок сил, там, истощение и так далее. Вот он просто устал и так далее. Но если у него это ощущение усталости или вот утраты смысла в какой-то момент длительное, то это уже что-то болезненное. Это уже как раз указывает на смену типа, это уже переход в другой тип. По какой причине, внешний или внутренний, это дело десятое. Но он уже, если он утратил смысл, то это уже болезненное состояние. Вывести его из этого состояния, ну, что-то может. Это же не все эти S-типы, они не являются неизлечимыми, ну, за исключением патологических, а, ну, и то некоторых, ведь и психические болезни тоже многие излечиваемы, особенно если они на ранней стадии или не глубокие. И здесь тоже, ну, какая-то встряска, человек выспался наконец там после нескольких месяцев тяжелой работы, и у него смыслы снова появились. Вот, чтобы это было каким-то, ну, в конце концов, психологи для чего существуют? Они излечивают вот эти непатологические свойства. Побеседовал с психотерапевтом или с психологом, и вроде как легче стало, понял, о чем идет речь. Как понял или? Там очень большой вопрос. Ну, может быть, понял, может быть, не понял. По-всякому бывает, да? Когда вы к обычному терапевту приходите, и он вам выписывает 10 таблеток, вы думаете, ну, наверное, он сам свихнулся, я не буду пить эти таблетки. В С-типе тоже иногда бывают и полезные вещи. Йенш тоже пишет, что вопрос не в том, чтобы раздавить С-тип, а в том, чтобы соблюсти пропорции. То есть он может разлагающим быть типом, а может быть, он расшатывает то, что и подлежит расшатыванию. Да? То есть некие мягкие конструкции в той же культуре создаются для того, чтобы как-то продвигаться вперед. Но если этот С-тип доминирует, он уничтожает все. Соответственно, для того, чтобы сохранить традиции культурные, должен доминировать вот этот интегральный И-тип. Но в обществе не исключается, не значит, что надо там вырубить всех, вот там тестировать, а ты С-тип, значит, тогда в концлагере и так далее. Нет, это совершенно, он даже там постоянно об этом говорит, да вы не поймите меня неправильно, мы за выздоровление общества, для выздоровления общества в целом, а не за то, чтобы кого-то там в личном плане репрессировали. То есть речь идет, в принципе, о мировоззрении, прежде всего, власть имущих для
там, исследователя открывается как бы картина, он видит. Но как достучаться до тех, кто сидит там, который сам себя представляет? Да пока никак. Вот это, может быть, глаза откроются у многих людей, что с психологической точки зрения представляет собой наше общество, наша система там, государства и права. Вот. Тогда, может быть, что-нибудь начнет сдвигаться. Но, по крайней мере, ясная картина возникает вот из чтения этой книги Йенша, «Контртип» она называется.